Всем доброго времени суток, с вами Дракон. Мы будем проходить Ведьмака 3, Кровь и вино. Но перед этим лирическое вступление. Когда игроки начинают только играть, вот сейчас мы находимся в Белом саду, в самой первой локации, у моста Плакальщицы. Вот. Они обычно думают, что дай-ка мы наживемся на бедных коровках, убивая их и раздобыв кучу шкур, продав их. Но я вам покажу, что будет, если этим сильно злоупотреблять. Сейчас еще найдем. Что-то как-то мало, всего два. Ну, правильно. Население бедное. Откуда тут много коров? Ну, только лошадей я вижу. Секунду. Хитрость не удалась. Сегодня я хотел еще модов понаставить, но, к сожалению, моя версия Ведьмака не поддерживает основные моды. Версия слишком маленькая. Ну-с. Где коровы? Слышал о бригаде в Риге? Такие, как ты, там служили? Нет. Ну, думаю, тут было побольше до того, как мы закончили основную ветку. Хорошо. В общем, если встретиться еще, обязательно испытаем судьбу. Так, хорошо. Может, на лесопилке еще есть? Сейчас прочекаем быстренько основные. Ну вот. Спасибо за все. Ага. Пришел, зарубил две коровы и убежал. Пожалуйста. Кто это там?
Господи, волчики. Курочку скушали. Ну, ладно. Да мне даже с вами неинтересно. Ищ. Ладно, ладно. Опа. Ну ты даешь. Даже какой-то урон нанес. Кыш. Где у нас еще могут быть коровы? Авелин. А Велин у нас... Эй. Велин у нас... Я до сих пор там не смог попасть. Странно, странно. Здесь коров что-то в замке, вот я не припомню, что были. Так, так, так. Мы начинали где-то тут. Вот здесь, по-моему. Сейчас посмотрим по-быстрому. Где еще можно коров надавить? Ну, здесь, во всяком случае, все от голода дохнут. Поэтому вряд ли тут какие коровы. По сюжету тут вообще голодают коров. Ясно. Ослабло. Мне говорила, будто продукт мясом отравилась. Мясо? Я не знаю. Вот, вот. Ненавижу вас всех. Где тут вообще мясо нашли? Ладно. На Скеллиге вообще не видел. Там, наверное, коров вообще не едят. На Граде нету. Морхини тоже не видел. Ну давайте в Туссенте, что ли, еще глянем какой-нибудь деревушки. Более-менее деревни. Турнирные поля. Слушайте, может, турнирные поля где-то там есть? Я, конечно, понимаю, что там в основном лошади. Но что-то мне подсказывает.
Так. Удачи на охоте, видимо. Спасибо. Я охочусь за коробками. Нет тут ничего такого. Я бы выпил бутылочку, чем лег бы в могилочку. Здесь скорее не молоко пьют, здесь скорее вина хлещут. В основном. Нет тут ничего такого. И никакой ты не герой. А мясник из лавки. Хитрость пришла на смену чести. А мудрость лишилась благородства. Меня уже задница отсекла полиция. Не удивительно, что я не вынесла. Так. Фишки, коров не видели? Я лично нет. Хотя вот так припоминаю, по-моему, на скеллиге все-таки были какие-то коровы. Надо сходить с этим зубом. Вот это да, вот это правильно. Зуб надо лечить вовремя. Так. Это боги послали бестию, чтобы покарать нас за наше прегрешение. Все, последнее место, где я более-менее смогу. Так. Деревня, деревня, деревня. Наверное, тут, по-моему. Давайте попробуем. Ну правильно, тут козы только. Овцы, козы. Откуда у них тут коровы? Козы, овцы. Сражаются. Тут девочка, играешь. Вот это, извините. Нету коров, нету. Ну вот, волчики зато есть. Волчики — это хорошо. Нет, нету. Ладно, мужики, вы тут сами справитесь, я вас верю. Не моего уровня. Чё ты тут выглядываешь? Привет. На что ты уставился? Как ты просто стоишь и смотришь куда-то. А, там скачки. Ну, ясно, ну. Ясно. Жаль, жаль. Хотя, знаете, еще, по-моему, какому-то друиду я помогал на юге призывать дождь. Где-то тут, по-моему. Вот тут еще последний посмотрим.
Может, у них там корова? Что там творилось в крепости Краха? Полы от крови до сих пор быть не мог. Вывело дело. Спасибо тебе, ведьма. А ты топоры умеешь летать? Мой брат умеет. Да не умею я топоры метать. Умею что искать. Кузня. Зачем им коров, когда у них тут ловить могут? Вот курей разводят, гусей. Свиней. Я ты во время последнего похода отпустил черта. Так ведь это молодой парень был. Моложе моего Эдди. Я как поднял меч, а он расплакался. Ну не смог. Молодой, говоришь, тем хуже. Он вернется в Нильгард и наплодит новую. Во время следующего похода ты их убьешь всех пленников. Дома не рожай. Сурово. Нету коров. Нету. Ну хорошо, при случае продолжим проверять, пока сделаем отбивку и продолжим проходить.